тоже. Иван Федорович, он ушел? Я прошу вас, немедленно догоните его и верните обратно. Я... Алеша, а зачем вы приходили? Вас прислал Митя? Дмитрий Федорович просил передать письмо и велел кланяться. Роковая Катя, завтра достану деньги и верну тебе 3000 рублей. И прощай, любовь моя. Завтра буду доставать их у всех. А коли не достану, то пойду к отцу. Проломлю ему голову и заберу у него под подушкой. Отца убью и себя погублю. Твой раб и враг Карамазов.